Потому что как раз вот партия власти и при царе, я не буду трогать только советский период, и весь советский период мы сами частично виноваты в том, что мы пугали не только Запад, Америку, весь мир. Но вспомните лозунг «Всемирная коммунистическая революция». Это же все было в планах. Мы же все партии и компартии были за наши деньги по всему миру. Вы вспомните карту мира. Вся Азия — красные флаги, Пол-Африки — красные флаги, Латинская Америка. С Кубой подошли прямо к берегам и поставили ракеты. Что, это же, конечно, я согласен. Меры безопасности, тут сейчас будут говорить, нам это надо было делать, против нас тоже готовили. Согласен. Но все равно этот испуг мы воспитали там, у них. Испуг именно перед коммунистической угрозой. То есть они пугливые? Да весь мир будет пугливый, если показать террор, который мы устроили сами. А если вот показать, смотрите, террор, который устраивали они, мир не, да, станет пугливым? Да нет, наши границы. Вьетнам — террор. Нам что до этого? Корея — террор. Нам что до этого? Вот Гватемала. Они первое приблизительно свержение правительства. Что-то там с бананами не разобрался местный товарищ. Убрать. Переворот. Мы могли встать на защиту. Там как раз действительно было наглое вмешательство во внутренние дела. То есть мы не стали ничего делать. Греки приезжают к нам защитить их. Там вполне левое правительство могло прийти к власти. Сталин колеблется, не дает. Думал, что он смягчит отношения с Западом. Смягчил — в 49-м создается блок НАТО. Ты Грецию бы взял в свои руки, и мы бы тогда имели бы больше возможностей противостоять. До 2018-го успеем, да, дойти? Пожалуйста, сегодня берем нашу нынешнюю. Каддафи предлагает нам военную базу сделать уже сейчас. Чем мы не делаем? Так вы же говорите, что мы всех пугаем, что мы отсюда. Отсюда же призывают. Куба — ракеты плохо, а Каддафи — база теперь хорошо. Теперь это наша безопасность. Что лезть в Латинскую Америку? То есть теперь можно пугать? В Африку. Это нам близкий регион. Средиземное море — Черное. Ирак тоже предлагает там. Одни мы бросаем друзья. Их. Афганистан, уходим оттуда. Мы все хотим лучше, получше. Давайте согласимся. Я запутался. Да. Так пугать или всюду базы? Пугать! Всюду базы и занимать жесткую линию. И понять, что США — страна ковбоев. Генетический код ковбой принимает только одно. Кольт в руках, если дубинка. Вот Северная Корея. Вот последний пример. Не надо идти туда далеко. Да. Пожалуйста, маленькая страна. Так сказать, жестко сказала, что она шарахнет по США, если там будут какие-то угрозы. И когда американские военные доложили Трампу, что это есть реальная возможность такая, что уже есть ракеты, которые донесут ядерный удар до США. Все уже, мы друзья, дружить, да, будем. В субботу все. Там, как, да, я понимаю, инфаркт был у людей. Это может Но когда быть, пришло это оповещение на Гавайи, это на Гавайи, что началась, да, баллистическая, да, атака, что летит. Да, и это не тренировка, народ побежал, да, там, чуть ли все с ума, да, от страха не сошли. Да. А потом, да, фраза — человеческий фактор. Ошибка. А у нас, вот это в данном случае уже положительное качество. А у нас никто не побежит. И правильно сделает. И правильно сделает. Я помню в детстве... Это вы хотите воплотить народную мудрость? Можно, нет, можно ли... Что будет, если бегать, нет, от снайпера? 60... Умрешь запыхавшимся? В 62-м году, когда был кубинский кризис, везде стали строить бомбоубежище. Я из окна смотрю, тоже написали: бомбоубежище, стрелкой туда идти. Я плевать хотел на нашу бомбу. Никуда я не пойду. Бомбоубежище еще. Я выйду на улицу, буду ходить, и какие-то там американцы там... То есть страна действительно готовилась к возможной атаке со стороны американцев. То есть мы им в чем-то с Кубы угрожали, а у нас даже 4000 километров от Москвы, даже 5, вот везде уже бомбоубежище, такие железные ворота, какие-то двери. Я смеялся над этим. Вот в этом смысле есть мужество русского человека. Везде террор, мы едем на курорт. Сейчас будет минус 40 температура, мы в прорубь полезем. Вы так полезете вы... в прорубь? Да. Полезете? А что вас не показывают? Но меня не показывают, потому, да, что я всю свою жизнь моржуюсь и не считаю нужным приглашать камеры. Ну, конечно. Поэтому конечно, что, каждый раз, куда, конечно, я не пойду, камеру ставить? Да. Если вы так, да, говорите о России, великая, большая, да, большая серьезная мощная, страна, сильная, да, которая, да, борется за то, чтобы мы многополярны. Почему вас так задевает то, что Соединенные Штаты вносят вас в черные списки? Почему вас так задевает, что Америка говорит, что вы то всемирное зло, центр террора, которого надо бояться? Почему так смущает? Нет, так еще нет, пока не что говорит. Что вас так цепляет? Нет, пока, нет, пока нет, мы не оказались центром, нет, мирового зла, который надо бояться. Нет. Мы нам... еще пока не дошли, нет, до этого, ну, шага. Там пока Иран и Северная Корея. Что-то Россию задевает. Я никак многополярный не могу. Мир не получится. Не обращайте внимания на риторику. Я об этом только что говорил. Григорий, цепляет.
Я и на вас внимания не обращаю. Вот понятно. Вы жили в Америке. Вам надоело в Америке. Снова сюда приехали. Мы всем говорим добро пожаловать. Идите, погуляйте там. Поничинствуйте. Идите на панель. Побомжуйте там. Потом на родину обратно. Куда обратно? В родные пенаты. Здесь вам дадим ночлежные дома, койки какие-то, миску супа, как собакам. Даем же год собаке. Добрый вы, конечно, Владимир Ильич. То есть мы не обращаем внимания. Это они пугают. Вот в феврале списки будут, вот в апреле будут списки. Какие списки? Что у нас самые богатые люди в мире? Так это хорошо. Вон у коммунистов какой богатый кандидат в президенты. Миллиарды. Посчитать не можем. А это правда, что попросили у каждого депутата по 1 000 000 рублей, иначе всех посадите? Я сказал, что надо думать, в принципе, чтобы они понимали, что 20 марта мы начнем проверять, так сказать, подноготную каждого. То есть вы... Эй, вполне. 400 депутатов по 1 000 000 как раз избирательный фонд. И что, вы фонд. Даже от Зюганова 1 000 000 рублей возьмете? От него теперь больше возьмем, с учетом его кандидата. Поэтому здесь я заканчиваю. Я заканчиваю. Григорий, мы ничего не боимся. Мы радуемся, мы в восторге. Что вас так смущает? Не смущает. Здесь остался список. Быстрее, Сенат, публикуйте все списки. Григорий, я правильно понимаю, что исходя из вашей логики, Америка просто спать не может, так мы ее задеваем. Чего же вы говорите, что вы представитель великой страны, если вы все время про Россию говорите? Готовит доклады, сообщает, чем занимается Россия. Ну это же смешно. Но если вы уверены, что это вас... Согласитесь, это же анекдотично, когда у вас такие средства, силы, отвлечены на составление доклада. Списки. Даже успокойтесь. Составьте список. Доносчики. Все граждане Российской Федерации попадают. Успокойтесь. У кого сколько списки составляйте. Правильно вам говорят. Смешно. Сталинские времена. Списки вот составляйте. Вот сюда идете. Черные списки. А мы без вас знаем, что у нас живут самые богатые люди и самые умные. И самые сильные хакеры. Я правильно понимаю, что богатый в КПРФ, а умный в ЛДПР? А умный в ЛДПР. Хакеры, наш сын депутата посадили в тюрьму. Да. Сына депутата, инвалид, он сейчас болеет партии дома. Партия хакеров. Зачем его посадили в тюрьму? Мальчик отдыхал на острове, так сказать. Взяли, схватили. Просто да, так. И выдали американцев. В чужой стране хватают и везут в свои тюрьмы. Вот. Вы что, он умный, Григорий? Вам дураков ваших... Слишком уже надоели ваши дураки. Теперь нужны новые русские мозги. Хорошо. Дадим вам, подавитесь, сколько хотите. Давайте. Ладно. Заявку дайте, мы вам отправим туда. Спасибо. Значит, я хотел бы, чтобы мы цифрами здесь не закидывали. Жириновский убивает все рейтинги. Вот я... Он без твиттера напрямую. Смотрю. Сегодня я смотрю статью, где больше всего пользователей интернет. В Китае 700 миллионов. Но у нас невозможно такой цифры. У нас всего население 150. Но в процентах у нас 90% пользуются, а там 50. Поэтому прекратите давать абсолютные цифры. Надо давать процент. Только это. Всем будет понятно, какова грамотность населения, что они едят, как они воюют, потери, победы. Но процент вам ближе, Владимир Владимирович, я понимаю. Так и вы. Да. Твиттер Трампа смотрят одни и те же люди. А вы их умножаете на дни это недели, на месяцы и на год. Это 46 миллионов подписчиков постоянно, другая цифра. Я говорю еще раз. Да. Пользователи, да мы вам подписчиков накрутим сколько же. Хотите. Тоже у меня проблемы в интернете. Одни и те же пользователи. Не надо здесь вот эту арифметику детскую. По-вашему, получается, Бузова популярнее Трампа? Да. В России, да. Дальше. Вы... Не даете возможности сразу скорректировать некоторые выступления. Вам даю возможность. Корректируйте вот всех. Вячеслав Алексеевич говорит, что мы совсем недавно стали враждовать с Америкой. Слушайте, я Вячеслав рос Алексеевич в этого детстве. Не говорил. Нет, но он перечислял, что у нас были хорошие отношения. Нет, Вячеслав Алексеевич сказал, что был 90-е годы, не воспринимали период, Америку да. как врага в начале да. 90-х. Да, Вячеслав Алексеевич вот очень корректно говорю. Высказал. Ну какая разница? А смысл-то один и тот же. Сейчас, я вам говорю, что это в Москве может быть так. А в провинции мы росли в страхе. День и ночь, Эйзенхауэр, вообще боясь, думаю, какое-то ругательство. Речь шла, правда, о 90-х, но это уже не важно. Нет, я говорю, берем, потому что хорошо, это все 100 лет, все 70 лет. Страна всегда боялась Америки. Потом на Даманском... Но вы же не боялись. Ну, не надо меня одного, так сказать, как бы выделять. Один. Я с народом. Поэтому, когда мы ценим всю страну по Москве, то у нас прекрасная страна. Просто вообще конфетка, торт, шоколаде. Но есть другая Россия. Надо тоже учитывать, что не везде так хорошо живут, как в Москве. И не везде такие богатые у нас, как в Москве. И именно из Москвы туда уезжают, в Америку. Григорий, ты же не из Костромы поехал не, в Америку? Не, из Питера.
Ну и Питер. Так вот за что города. 68% два россиян города. Не любят Америку, Владимир Владимирович? За что 68% считают Америку врагом? За ваше хамство и наглость. За что? Ханите что мы сделали персонально такого? Санкции. Каждому из россиян. Санкции. Пожалуйста, Григорий, объясняй. Вот вы даете. Вы объявляете страну врагом, принимаете закон против России, оскорбляете наше посольство, да. Лишаете нас наших помещений. Да. Говорите, Микола, ты что, обиделся? Чем мы? А нас за что? Я, Григорий. Я не из Москвы, не из Питера, я из Глухой Азии. Мы растем в детстве. Но давно. В Америке Эйзенхауэр. Корея. Американцы ведут войну. Вьетнам бомбят. Американцы. Лаос. Камбоджа. Афганистан. Иран. Моссадыка свергает то. Американцы. Это все. 50-е годы. Куба. Мы вообще все. Война начинается. То есть каждый год мы жили в страхе. Что вы везде что-то делаете. Это все... вы коммунистическую прессу читали, да, наверное. Да причем из коммунистической прессы? А вы туда не вторгались, мы, да? Мы, а вас там не было. Нам сообщали, что происходит за рубежом. Не внутри страны, а за рубежом. Что у вас в Корее не было, во Вьетнаме не было и по всему миру. А вас там не было, да? Не в Корее, не во Вьетнаме, не в Советском Союзе. Я говорю еще раз, откуда и у вас, и у нас. А кого у вас? Тогда вы были нами. Григорий, тогда вы были нами. Тогда вы были гражданином СССР. Это на харассмент тянет, Володя. Поэтому в этом смысле действительно тяжелое... Григорий, тяжело. Вот до сюда наше, оттуда не наше. Вот никак время не пережили. Прожить. Потом началось хорошее время, Григорий. Но все же мы начали вроде все дружить. Все поснимали. Все угрозы убрали. Ну и чем все кончилось? Ваш госсекретарь Бейкер трижды на весь мир сказал: НАТО ни на дюйм не продвинется к советским гражданам. Ни на один дюйм. И где? Стоите вплотную, дышите. Уже вот уже в бинокль видна московская канцелярия. Не пугайте своих соседей, не доводите их до инфаркта, которые просят помощи Соединенных Штатов. Григорий, ты слушай, слушай внимательно. Что творится в Восточной Европе? Вот видишь, вода тебе уже не терпит. Как мы их пугаем? Решаем время. Холодная война была, есть и будет. Самое страшное, радоваться нужно одному, что пока она не перешла в горячую. Мы этому должны радоваться. Но помнить, что холодная война начинается и ведется с тем, чтобы начать в перспективе и горячую войну. Во всем виноваты они, американцы, ковбои. Они признают только силу. Ни на какие уступки не идти. Отвечать самым жестким образом. И превентивно, и моментально. Вот вам нужен пхеньянский вариант. У вас был вьетнамский синдром. Теперь у вас будет северокорейский. Северокорейский. Будем арестовывать или сразу расстреляем. Это, кстати, синдром. То есть вы уважаете силу. Вот у них протащили солдата по улице Могадишо в Сомали. Все, они близко к Сомали никогда не вспоминают. Да, и не вспоминают ничего. Неудобно. Поэтому забыть про демократов наших, которые страну опустили вниз. И занять совершенно новую внешнюю политику. Жестко, сильно, внезапно и резко.